DIY. Всем привет! Многие спрашивают, где можно покупать органайзеры для фурнитуры. Купила вот такой набор резинок. Вот у него столько ячеек здесь. Эти резинки я все поснимаю, освобожу и буду хранить свою фурнитуру. Обратите внимание на этот набор именно для вот для органайзера. Я покупала его с Германии. У нас был в Германии есть магазин. Все по евро. Аналог фикс прайса, да, похоже очень. И он стоил там евро. Просто вот когда везла, сломала вот этот, вот эта часть, где он закрывается. Он у меня в сумках, в покупках отломался. Очень жалко. Обратите внимание, может в ваших фикс-прайсах он будет. Раньше они стоили вот такой набор около 18 евро. По-моему, года полтора назад. А потом он стал уже 15-10. Вот, представляете, купила вот это за евро. Я освобожу все это и покажу, как моя фурнитура будет смотреться в этом органайзере. Вот что у меня получилось, все аккуратно сложила. Мне очень понравился этот органайзер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!